Удар требует досрочных выборов президента и парламента на основе нынешних законов. Об этом заявил лидер фракции «Удар» Виталий Кличко во время акции «Вставай, Украина» в столичном парке имени Тараса Шевченко. На сегодня нет большинства в парламенте, нет большинства и в оппозиции. Как выйти из этого тупика? Цивилизованный ответ – досрочные выборы, подчеркнул Виталий Кличко. Также он отметил, что власть давит на украинцев их права и их бизнес через суды и прокуратуру. На сегодня миллион украинцев не видят света в конце тоннеля. Миллион украинцев не имеют работы. Миллион украинцев ищут лучшие доли за рубежом, потому что нет никаких перспектив. 75% молодых людей мечтают жить за границей. О каком будущем мы можем говорить? Каждый, кто пришел сюда, хочет выразить свою гражданскую позицию, не жить в стране, в которой мы зависимы от одного человека, а жить в демократической стране, где есть достойная заработная плата, достойная работа и пенсия, высокие стандарты жизни. Мы все хотим уверенно смотреть завтрашний день. Мы боремся не за деньги, не за привилегии и преференции, а за будущее Украины, подчеркнул Виталий Кличко. Але я впевнений, що тільки об'єднавшись разом. Сьогоднішній день тут трьох ми стоїмо. Ми об'єднались. І ми знаємо, що ми сила. І ми знаємо, що якщо ми всі разом об'єднаємося, ми також зможемо об'єднатись в один кулак і нанести ті удар, який буде вирішальний. Я впевнений в тому, що ми всі хочемо жити в демократичній країні. Ми всі хочемо дивитись впевнено на завтрашній день. І ми зможемо це зробити, але тільки разом, якщо ми зможемо об'єднатися.